Ну что, дорогие друзья, да, посмотрите, мы с вами счастливчики. Нам с вами, тем, кто вот, собственно, фестивале «Путешествие в Рождество», тем, кто сейчас на Тверской улице, нам повезло больше всего, потому что для нас космонавты записали приветствие. Как у них шарманист этот микрофон, да, перелетал из руки в руку. А потом мы увидели, как там новогодние мандарины, конфеты разлетаются, да, вот это тоже красиво все висит в воздухе. Наверняка также и носки, собственно, если они ночью их перед сном кладут куда-то, то не надо потом искать под кроватью, они тоже где-то висят непосредственно рядом с космической раскладушкой наверняка. Но вот вопрос, мы не увидели самого главного в этом ролике, и это, конечно, загадка. Прямо загадка для нас, как они открывают шампанское. И сколько тысяч брызг улетают вот туда, дальше по МКС, и с каким пылесосом потом их собирают. Или, возможно, это тоже, знаете, космическая еда в тюбиках. Шампанское также выдавливаешь непосредственно себе в рот. Но, к сожалению, вот, увы и ах, нет вот этого пшух, ура, товарищи! Ура, товарищи, есть! А открыть бутылку шампанского можно только, если открыть иллюминатор и сделать это в космос, да? Но я так фантазирую, к сожалению, наверное, не разрешают открывать тот самый иллюминатор в космос, а то можно было бы там и туда высосаться всему. Кстати, вы знаете, сколько может человек прожить в безвоздушном пространстве за бортом МКС? Сколько времени он может прожить? Нет? Нет? Не менее минуты, хотя вы правы, менее минуты. Короче говоря, мне почему-то этот вопрос сейчас, я про космос много гуглил, мне тут же первая строчка почему-то само собой, сколько может человек прожить в безвоздушном пространстве. Есть конкретная цифра, 0,0136 секунд. Меньше секунды. Не знаю, как это было изобретено и вообще, кто ставил этот эксперимент. Я надеюсь, он был поставлен не на живых людях, но, тем не менее, выходить в открытый космос не рекомендуется без скафандра. А в скафандре люди в открытом космосе могут быть больше суток.